Доброе утро или день, дорогие мои подписчики. Сегодня хочу вам показать и провести экскурсию по Днепропетровску. У нас такой прекрасный парк сделали. Вот, вообще молодцы. Я хочу сказать, что в принципе наша власть работает нормально. Ну, с каждым бывает, скажем так. Вот, но парк сделали бесподобный. Сейчас здесь замечательно. Вот, а летом здесь будет прелестно. Хотела показать вот эту оригинальную скамейку. Это чудо. Это чудо, посмотрите. Вот как она сделана. С другой стороны идет наоборот. То есть могут сидеть и в ту, и ту. Хочешь смотреть на Днепр? Сидишь в эту сторону и смотришь на Днепр. Хочешь смотреть на парк? В эту сторону. И смотришь себе на парк и на город. Вообще прелестно. Такой оригинальный проект с таких вот кусочков. Вот. И удобно, и не холодно на такой скамейке. Здесь прелестная такая вот детская площадка. Ближе подходить не буду, потому что детки, у нас сейчас ходит эпидемия, поэтому мы не будем. Такой лабиринт для деток ходить. Чтобы не сидели в интернете, можно ходить здесь. Издалека показываю такие для деток тоже всякие трубы, развлечения. Вот. Ну, вообще интересно. Деток отсюда вытащить невозможно. Идем сюда. Мне как химику больше всего нравятся вот эти вот атомы и молекулы. Мы туда сейчас идем. Вот. Говорю, атомы, молекулы, там мой внук бегает в догонялке. Забрать его невозможно. Он хочет, чтобы бабушка за ним бегала. И вот здесь такая тоже догонялочная площадка. Вот почему говорю атомы, молекулы, пожалуйста. Атомы, молекулы. Молекулы, атомы. И вот такие. И покрытие очень хорошее. Детки падают. Оно и не холодно, и не бьются. Такое резиновое, какое-то резиновое уплотненное покрытие прелестное. Вообще есть где погулять. Приезжайте, друзья. Я вам покажу наш прекрасный город Днепропетровск. Погуляем. Особенно красиво здесь весной, летом. Ну, понятно, все... Во все времена красиво. Город прелестный. Город очень красивый. Я люблю этот город. Я влюбилась в город Днепропетровск. И главное, что сейчас пришли люди, которые хотят, чтобы здесь было красиво и комфортно жить. Надеюсь, что это будет и в дальнейшем, будем надеяться.